А в Сургуте открыли производство спортивной формы. Идея создать собственную линию одежды для фитнеса пришла тренеру Ирине Андреевой. Сначала она открыла швейную мастерскую, а недавно стала расширять производство. Сотрудники переехали в помещение большей площади, закупили новую технику. Сейчас расширяют ассортимент. Сегодня на предприятии изготавливают около 100 единиц товаров в месяц. Костюмы для занятий спортом, топы и леггинсы уже покупают жители других регионов. По словам предпринимателя, форма пошита из такой же ткани, что у известных производителей. По качеству ничуть не уступает иностранным аналогам. Остается только дальше развивать производство. В разработке дизайнеров мужская и детская коллекции, утепленная одежда. Также есть потребность в открытии торговой точки. Мы организовали собственное производство, где сейчас реализуем более качественно все. И я хочу сказать, что результатом довольны не только мы. Мы очень прям трепетно подходим к каждому изделию, чтобы это была хорошая фурнитура, чтобы это была качественная премиальная ткань, чтобы изделие прослужило как можно дольше. Наша одежда даже в какой-то степени превосходит иностранные бренды, потому что ткань подбирается очень хорошая.